Самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук рассказала, на что тратит деньги. По словам дамы, больше всего уходит на новые впечатления, путешествия и общение. В январе Татьяна, ее супруг Владислав, семеро детей и близкие родственники на несколько дней ездят кататься на лыжах. До пандемии аналогичная традиция была и летом, когда тем же составом семья ездила на Кипр. Это и общение, и смена картинки, и спорт, и воспитание в детях семейственности. 4 в 1, отмечает Татьяна. Значительное количество денег уходит на образование детей. Старшая дочь готовится к поступлению в вуз и занимается с репетиторами. Вторая с 4 лет занимается музыкой. А вот стереотипные атрибуты красивой жизни Татьяну Бакальчук совсем не интересуют. Хотеть машины, шубы и яхты уже не модно. Нормальные люди давно поняли, что эти ценности не очевидны, говорит она.